Сейчас в Чувашии строится 106 многоквартирных домов. Это около 1 миллиона квадратных метров. Сбавлять темпы строительства застройщики не намерены, несмотря на то, что в строительной отрасли грядут перемены. Рекордные цифры по количеству построенного жилья и по количеству оформленных ипотек. Прошлый год стал для строительной отрасли республики топовым. В многоквартирных домах введено в эксплуатацию почти 600 тысяч квадратных метров жилья. Рост почти на 4,5%. Еще существеннее увеличить объемы строительства жилья. Задача обозначена для всех регионов в майском указе президента России. По тем уже мероприятиям, которые касаются дополнительных мер стимулирования жилищного строительства, мы с федеральным министерством работаем, по этому коду тоже 22 миллиарда рублей федеральное министерство строительства обозначено. В Чувашии сейчас 54 застройщика возводят 106 многоквартирных домов. Часть из них необходимо будет достраивать по новым правилам долевого строительства. Это эскроу-счета, когда деньги дольщиков хранятся на счете в банке и отдаются застройщику только после завершения объекта. Три компании Чувашии уже работают по этой схеме. У нас есть проекты, которые без открытия скрытых счетов, то есть там, чисто на долевой части. Туда люди меньше идут с открытием скрытых счетов, людей больше идет. То есть более привлекает, чувствует защищенность в этом плане. По старым правилам застройщики смогут завершить только объекты, отвечающие критериям Минстроя России. Степень готовности должна быть по общему правилу не менее 30%, количество заключенных договоров долевого участия не менее 10% от общей площади жилых и нежилых помещений, в отношении которых могут быть заключены договора долевого участия в долевом строительстве. Для остальных переход на эскроу-счета обязателен. Однако не все строительные организации спешат перейти на новую систему, рассматривая условия различных банков. Если к средствам дольщиков доступа нет и собственных средств недостаточно, придется брать банковские кредиты на строительство. Процент может снижаться от 10 до 1 сотой. Процентная ставка среднеизвешенная, она зависит от того, насколько быстро пополняется фонд эскроу. Это кубышечка. Чем быстрее она наполняется, тем меньше процентная ставка будет. То есть, чем больше продано квартир и больше средств на счету эскроу, тем меньший процент по кредиту. В свою очередь, правительство разрабатывает систему поощрения строительных организаций. Послание президента, которое было озвучено, вы тоже слышали. Те строительные организации, которые будут строить социальные объекты, будут освобождаться от налога на прибыль. Пока окончательное решение не принято, но президент озвучил, это касается и школы, и садика, и учреждения здравоохранения. По прогнозам Минстроя республики, примерно треть застройщиков будет испытывать серьезные сложности при переходе на работу в новых условиях. Михаил Игнатьев обратил внимание руководителей строительных организаций на возможные риски и рекомендовал уже сегодня серьезно задуматься о минимизировании негативных последствий. Ирина Волкова, Игорь Зверев, Республика.